Туристы обжигают банки, видите? Банки до конца не обжигаются, потому что дров здесь не хватает для этого. Поэтому надо менять правила. Надо все, что ты принес, просто забираешь с собой. Такого девиза должен придерживаться каждый турист, считают эко-волонтеры движения «Мусорная лавина». Уже четвертый год подряд по завершению летнего сезона они проводят акцию по сбору мусора на горе Белуха, одной из главных достопримечательностей Республики Алтай. Кстати, для местных жителей Белуха – священная гора. Территория природного парка Белуха составляет где-то около 131 тысяч гектаров. На территории парка, получается, у нас находится 4 памятника природы. Это гора Белуха, Золотые горы, получается, памятник природы Акемского озера, памятник природы Кучерлинского озера и водопад Текелю. Алтай и его красоты все больше и больше привлекают туристов. Их поток с каждым годом растет. Турпоток составляет в 2023 году около 2,6 миллионов посещений. В 2024 году, по состоянию на 1 сентября 2024 года, турпоток составил около 2 миллионов посещений. И по ведомственным данным также прогнозируется увеличение турпотока на конец года до 2,7 миллионов посещений. Акцию организовали волонтеры совместно с компанией «Эвалар», где сохранение экологии Алтая считают важной социальной миссией. За 3 года волонтерам удалось утилизировать больше 12 тонн мусора. Как здорово и хорошо, что такие компании, как «Эвалар», понимают, поддерживают. И я очень рад и надеюсь, это партнерство продлится долго. Вот так мы собираем силами, днями тут все мусор, чтобы чисто был. В этом году акция прошла с 17 по 25 августа. В ней приняли участие 14 добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Кемерово, Бийска, Барнаула и даже Узбекистана. 2 дня мы идем наверх. Люди разной физической подготовки участвуют. Идем мы медленно, преодолевая себя, преодолевая препятствия, непогоду, дождь, снег, слякоть, слезы. Поднимаемся и здесь уже производим уборку, выходим в радиальные выходы в походы. Каждый выход составляет около 5-6 километров. И на себе стаскиваем этот мусор все в одно место. Далее сортируем, взвешиваем и ждем вертолет. Вертолету Ми-8 пришлось сделать 2 рейса. Всего собрали 150 мешков мусора общим весом в 2 тонны. Гора стала чище. Чистая гора, чистая совесть. Юлия Щепина. День с толком.